Наконец-то вы начали за ремни привлекать. У нас то, что безбашенная молодежь, это понятно. Они себя ведут, как будто у них не одна жизнь, а три жизни. Человек просто на встречку вылетел и в лоб въехал. Он убийцей становится или нет? То есть очень многие за рулем сидят в телефонах. Есть такая проблема тоже у нас. В 2018 году, значит, пострадало 1135. За 5 месяцев. Детей, чиновников, помощников всяких, всех поймайте. Ребятки, мозг включите, слушайте. Вот сейчас вам это говорится. Почему именно в Дагестане все лихачи и все вот так ездят? Почему нельзя поменять ситуацию? Оторванные головы лежали в машине. Значит, мы же не адвокаты для тех людей, которые убивают людей. Вот этим людям, которые хайпом занимаются, выкладывают такие, 250 положил стрелку, 300 положил стрелку. Смотрите полную версию ток-шоу на нашем YouTube-канале ННТ ТВ.